Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто телезрители канала Добра и Позитива. Говорит и показывает Черногория, Котор. И сегодняшний репортаж будет по многочисленным просьбам наших подписчиков. А именно, значит, есть такой у нас подписчик Айзен Соски. Он много писал под моими видео в комментариях, просил рассказать про казино, просил, скажем так, расширить эту тему, хотя у меня на самом деле есть очень много роликов старых. Я вам на самом деле предлагаю немножко углубиться в мой канал и найти старые ролики. Там про казино, есть истории про казино, есть просто казино. Там много разных роликов на эту тему есть. И сегодня я тоже сегодня попытаюсь, скажем так, сделать такой репортаж из Черногории, из Котора, из вот этого замечательного места под названием Вин. Как вы знаете, в России казино уже давным-давно запрещены, закрыты. Есть так называемые зоны, которые, в принципе, не работают, там ничего нету. В общем-то, вся эта индустрия, вся канула в лето. Вот. А в Черногории есть казино. Попробую сейчас поснимать еще внутри. По ходу буду дело комментировать, рассказывать свои ощущения, рассказывать, может быть, некие какие-то истории из своей прошлой, как бы, казинной жизни, потому что я долгое время был директором крупного московского казино под названием «Титаник». Вы это тоже все прекрасно знаете. И, кстати, еще хочу огромный привет передать в Америку блогеру под ником «Чиш Нью-Йорк». Зовут его Алексей. Я тоже посмотрел его репортаж. Спасибо тебе, Леш, спасибо огромное за твой ролик. На самом деле, мне до тебя очень далеко, потому что ты умеешь красиво тоже подать информацию, красиво изложить свою мысль. Плюс у тебя такие вот были вкладки с теми местами, где ты был в казино, рассказывал о Лас-Вегасе. На самом деле, просто лайк. Спасибо, что ты разместил мой видео-ответ под своим, как бы, роликом, под своим видео. И даже на сайте, на своем, как она, pindosia.com, разместил мой ролик о том, как избавиться от игровой зависимости. Итак, давайте все-таки зайдем в это замечательное место и посмотрим, что есть там. А там дальше продолжим. Итак, мы в казино. Разные есть варианты. На самом деле снимать нельзя, но попытаюсь, как бы, для вас просто поснимать. Вика вот засовывает денежку в банк-приемник. Вот. Ну, в другой попробуем. В другое вот сюда рядом, да. Во. Вот это рулетка. На рулетке 36 цифр плюс 0. Есть красные сектора, есть черные сектора. То есть можно ставить на доли, можно ставить на цифры, на красные, на черные. Вот. То есть мне нравится рулетка на самом деле. Почему? Потому что на рулетке я, например, отдыхаю, потому что если играть в блэкджек, он более напряженный, и покер тоже. То есть там все время нужно свои мозги напрягать. Вот видите, 22 черная сыграла. Но мы первую ставку просто не успели сделать, потому что снимаем. Да. Ставки, значит, тоже есть разные. Есть от 10 центов до бесконечности. Вот. Поэтому вот так вот выглядит сама рулетка. Итак, вот мы поставили. Вот здесь вот показывается, сколько у нас кредита. Здесь показывается, сколько мы поставили. Вот. Можно ставить, видите, там между единичкой, четверкой. Счастливо. Можно кафу, капучино и кисело едно. Два капучино, а? Не, едно капучино и едно кисело. Едно кисело. Можно? Клава. Вот. Сыграла 13. Мы проиграли. 13 черная. Плюс в казино то, что ты вот когда садишься играть, тебе сразу приносят кофе, там водичку. Но то это тоже зависит все от суммы, поставленной в казино, да? То есть если ты играешь там на 10 евро, то есть там, условно говоря, тебе принесут чашку кофе и стаканчик воды минеральной. Если ты играешь, например, уже на 100 евро и больше, да, то есть тебе могут предложить поужинать в ресторане. Вот, тоже много разных есть всяких там игровых автоматов, одноруких бандитов, там вот есть такие слоты, да, то есть можно посмотреть, какой сегодня делается розыгрыш, что сегодня разыгрывается, да.
поэтому, ну вот они абсолютно разные есть, видите, такие аппараты. Вот, тоже на аппаратах есть и по 50 центов можно ставить, и по евро, и по 10, там, короче, кто на сколько хочет. Yes. О, смотри, Вика сыграла, а ты что, на единичку? На ты на красную поставила. Ну вот, видите, Вика выиграла. 6 евро. 6 умножить на сколько? Сейчас 101. Посмотрим, сколько. 101, да. То есть вот она уже выиграла больше, чем мы поставили, на самом деле. Ну, казино вообще, я считаю, что это индустрия развлечений. То есть это не зло, как всеми принято, да. То есть все должно быть в меру. Вот я считаю, когда ты пришел в казино и поставил, например, там для себя рубеж, там проиграть там 50 евро или 100 евро, да. То есть и как бы хватит. Все. То есть ты проиграл и пошел дальше. Пошел, покушал в ресторане, посмотрел музыкальную программу, там, не знаю, какое-нибудь шоу, там, балет, кардебалет и все. Потому что если там, условно говоря, закладывать там свои часы, там, не знаю, машины, квартиры, то это плохо, да, Вик? Как ты считаешь? Конечно. Вот. То есть это должно быть просто вот неким отдыхом, да? Да, 10 евро не жалко. Да, пришел, проиграл, выиграл, там, неважно. Провел какое-то время, попил кофе, там, не знаю, выпил бокал вина. Если выиграл, вообще замечательно. Ну, проиграл, ничего страшного. Да. Ну что, давайте попробую я сыграть, да? Значит, я что делаю? Я вот ставлю вот таким вот образом. То есть можно ставить на числа, можно сразу на 4 числа ставить, на 2 числа. Или просто вот так вот, да? И плюс укрепляюсь еще, например, черный или красный. То есть, и еще есть такой момент, вот здесь такая вот есть, например, с 19 до 36. Вот. Но здесь идет не 1 евро, а 5 евро сразу ставится сюда, на эту часть. То есть у тебя получается выигрыш будет с 19 до 36. То есть тем самым мы как бы увеличиваем ставку выигрыша. Вот. Сейчас посмотрим, какой будет номер. Номер 12. Видите, я выиграл. То есть у меня сыграло 12, да, то есть я выиграл. Четвертинка. 15, да, 15 баллов я выиграл. Ну, спасибо. Вот, смотрим. То есть я остался, в принципе, при своей. И еще надо ставки делать, когда вот эта вот черточка зеленая лучше доходит до конца, чтобы компьютер еще не успел смозговать. Спасибо. Так, идем дальше. Вот на 19.36 поставь. И все. Да. Видите, принесли водичку, принесли кофе. Хотя уже два раза я хотела на 1.18 поставить. Айзен Соски, и зря. Тебе огромный привет. Видишь, твоя тоже, твой заказ выполнен. Сказано, сделано. Я еще по казино потом расскажу пару историй интересных, забавных, из своей молодости. Вика, вот, кстати, любит играть на автоматах. Ну, как любит, так, баловаться, по 5 евро. Конечно. Все время провести. Он какие тут люстры красивые, да, а сантехника тут велей бог рож. Да, велей бог. На самом деле это дом тоже с историей. Вот 27. Смотри, это все каменные выиграл, стены. Вика, смотри, я опять выиграл. Это то, что я вам говорил, да? Вот я ставлю на долю, ставлю в число. На самом деле я могу уже сейчас просто уходить, потому что я выиграл много сейчас. То есть я попал в число, и плюс я еще попал в долю. Видите, да? Здесь каменные стены, да, крепости старые, отреставрированные. Историей, да. Кстати, здесь проводится очень много новогодних мероприятий, разных праздников. Сюда приезжают все известные артисты, там Дэвид Гетта, кто тут. Много разных всяких. Здесь дискотека очень классная. И, кстати, в казино на самом деле очень... И ресторан, да, колонна очень называют. Вкусный ресторан. Очень вкусный ресторан. И недорогой. Потому что казино все славится тем, то, что люди должны приходить и, скажем так... вкусно покушать, то есть им должно быть комфортно, чтобы человек играл, чтобы ему было, скажем так, максимально комфортно проводить здесь время в казино, да. Видите, вот это вот электронная как бы рулетка. Рулетки есть тоже разные, есть за столами с фишками, то есть есть вот такие вот, как мы сейчас играем, то есть их просто превеликое множество. Вот 11. Так, 11 черные. Сейчас пока я проиграл. Вот. Еще по поводу разных всяких розыгрышей в казино, да, то есть существуют дни, по которым казино делает некоторые, скажем так, ну, подарки, что ли, для своих игроков. То есть дни, когда устраиваются розыгрыши машин, розыгрыши денежных призов, там яхт, катеров, там квартиры, все остальное. То есть это делается тоже для привлечения дополнительно людей в казино, как реклама. Для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, казино набирает
набирает, скажем так, много, ну, скажем так, прибыли уже, да, и эту прибыль нужно как бы тоже использовать и для рекламных целей для своих как бы игроков. На самом деле, вот сейчас посмотрим, мне кажется, сейчас я выиграю. Больше не примем. Да. Я вам рассказывал уже, да, как у нас в казино в Москве мы разыгрывали машины. У меня был интересный случай, сейчас я вам расскажу. 13. 13 черная. Нет, не выиграл. Много разных тоже аппаратов есть. Вот. Видите, выигрыши вот разные высвечиваются на табло. Сейчас просто день, в основном в казино играют вечером, либо выходные дни. Вот. А сегодня как бы такой рабочий день, утро, день. Поэтому людей немного. Мне нравится в казино, то есть я в казино как бы ставлю себе рубеж, там, например, 100 евро, там 200 евро. Я их проиграл, все, пошел дальше. То есть для меня как бы нету такого какого-то безумного азарта, сумасшествия какого-то непонятного. То есть на самом деле я получаю удовольствие просто вот от времяпрепровождения в хорошем месте, в хорошем ресторане, с хорошей компанией. И просто, ну, условно говоря, там провел хорошо вечер и все. Ну и поиграл. В казино также есть тоже настольные игры. Блэкджек, покер. Много всяких разных разновидностей. И самое интересное, в казино нет часов. Для чего? Для того, чтобы люди не смотрели на часы. Чтобы было... Чтобы они сидели, как бы играли, на самом деле. И не замечали, как летит время. Поэтому часы вы в казино не найдете. Вот так называемые однорукие бандиты. Вот помните? Когда-то их очень-очень много было. Да, Вик? Не знаю, понять не имею. Ну, были самые распространенные однорукие бандиты. Вот такая вот ручка, вот если видите, вот она. Вот. Вот Вика. Вика сейчас тоже ставит денежку в автомат. Ей понравилась вот эта девочка на автомате. Да, девойка. Не хочет, да? Сейчас попробуем. Здесь вот ставка по 1 евро. Максимально. Так, вот Вика засунула денежку. Сейчас будем играть. То есть здесь тоже на автоматах все просто, кто не знает. То есть есть разные линии. Здесь можно играть по одной линии, по 5, по 10, по 20, по 25. Можно удвоить, укроить до 20. Вот, вот на эту кнопочку нажимаешь. Ну, ставь, ну, по одной, по 5 линиям там сыграй. Старт нажимай. Старт нажимай, Вик. Вот, и вот так вот все это дело выскакивает. Но сейчас пока ничего нету. Дальше ставь 2-5 линий, Вик. Что, ты первый раз играешь, что ли? На таком, да. А что у меня не зажимается? Ну, так вот. Все это дело выглядит на аппаратах. Вот, что-то выиграло. Нет? Не знаю. Вот, дальше. Это вот линии показывают. Сколько можно выиграть. Так вот, я что хотел сказать-то по поводу розыгрыша машин. Я вот Volkswagen B5, скажем так, выиграл, ну не выиграл, там получился розыгрыш. А как это получилось? Один мужик, короче говоря, в нашем казино выиграл эту машину. И на самом деле он сказал, что она ему не нужна и просто захотел забрать выигрыш деньгами. Вот, я ему предложил половину от этой машины, он согласился. Я взял с розыгрышем новую машину за полцены. Так что и такие случаи тоже бывают в казино. Ничего не понимаю. Да что тут понимать, нажимай на кнопку и все. Когда выиграешь, он тебе скажет. Это вот называется King of Cash. Вот что-то сейчас будет, наверное. Во, что-то выиграло, 10 выиграло. А было сколько? А я не знаю, сколько 500, было, да? Ну да. Вот, вот так вот он выглядит, этот King. Мы, кстати, вот в этом вот казино Вин, здесь в Черногории, в Которе, справляли как-то раз Новый год. Тоже была хорошая музыкальная программа. Стол был вообще, не поверите, сколько это стоило с человека за новогоднюю программу. Сколько их было? 30... 90 евро. Сколько? 90 евро. За двоих, по-моему, да? Да.
по 45 евро с человека, со спиртным, со столом, с музыкальной программой. Ну, соответственно, казино, оно оплачивалось отдельно, имеется в виду, если ты захочешь поиграть. Вот тоже что-то Вика выиграла. 10 еще что-то, да? Угу. Так что казино, я говорю, в принципе, ничего плохого нет, но я вам не советую сильно в это углубляться, потому что вот у кого есть зависимость игровая, я уже говорил, она не лечится, то лучше даже не начинать. И, в принципе, вот то, что говорил в своем ролике Чиш Нью-Йорк Алексей, я его поддерживаю в этом. Поэтому лучше это все рассматривать чисто вот как просто развлечение, одним словом. Как я уже устала. Да, пришел, понажимал кнопки, там, не знаю, там, поиграл на рулетке, проиграл, там, не знаю, попил кофе, там, посмотрел программу, ушел. Все. Вот это, мне кажется, идеальная формула казино. Я проигрываю. Как, да, как только ты начинаешь пытаться обыграть казино, все, это путь в никуда, это тупик. Все, ты однозначно проиграешь. Поэтому те, кто знают, что у них есть игровая зависимость, в казино даже лучше не ходите. Но казино — это индустрия развлечений. И казино создает рабочие места, платит налоги, содержит многие, скажем так, сферы и отрасли в том городе, где они находятся. Поэтому я считаю, что в казино, в принципе, плохого ничего нет. Потому что в казино также есть и рестораны, и также есть работа для разных артистов, музыкантов, что на самом деле хорошо. А сейчас в Москве позакрывали все это дело, и получается так, что много людей осталось без работы. Очень много. Вот, ну ладно, мы идем дальше. Сейчас посмотрим еще один зал этого казино. Я вот на самом деле аппараты не очень сильно люблю, потому что это аппараты — это все равно медленная смерть. Поэтому я больше люблю рулетку, на самом деле. Больше такую, скажем. О, что-то выиграл. Да нет, это он так сверкает. Вот. Ну, еще раз говорю, подводя итоги, хочу сказать, что казино — это хорошо, но в то же время казино — это плохо. Ну все, там 34 да. балла осталось. Ну что ты мне всю денежку истратил? Ничего страшного. О, что-то выиграл. Вот, а ты говоришь. 25. 25 я выиграл. А был 500, осталось 24. Еще что хочу сказать про казино, то что на самом деле вот на кораблях, вот если посмотрите наши старые ролики, было вот что-то выиграл. Мы плавали когда на кораблях, вот на MSC Divina, там на Costa Magica, да, посмотрите старые ролики, мы тоже ходили в казино, играли. Потому что, скажем так, на отдыхе, где-то в каком-то отеле, на каком-то корабле всегда есть казино. Для чего? Для того, чтобы люди красиво одевались, приходили. То есть как бы классно было. Понимаете? Поэтому на самом деле я говорю, что казино — это хорошо, это индустрия развлечений. Но это вот то, что я вам говорил, да, то есть при любом таком заведении, как казино, есть всегда ресторан, вот в этом случае есть летняя веранда, то есть всегда можно прийти сюда, хорошо посидеть, отдохнуть. Также есть внутренний зал, видите, с такой красивой архитектурой, старыми стенами такими, да, люстрами. Вот. Здесь выступают разные артисты, звезды. Есть диджейский пульт. На самом деле здесь неплохой ресторан. Мы здесь были и не раз, нам здесь нравится. Вот такие вот картины висят здесь, симпатичные, видите. О, какая красота. Есть даже рояль. И телевизор, видите, как он такой, скажем так, в раме, в такой, в картине сделан. Да? Красиво. А вот и Виктория Викторовна пришла. Тот автомат с девойкой не радил. Я ж тебе говорю, что он не работает. То есть вот мы сегодня с тобой остались при своих. Мы поставили цель, да? Там выпили чашку кофе, посидели, да? Нет, 1 евро проиграли. Да. И 100 выиграли. Вот. Есть такой вот, смотрите, бар здесь. Тоже красивый, да? Вот такие вот полы мраморные. Нет, клево здесь. Мы здесь вот довольно-таки частенько тоже проводим время. Нам нравится здесь.
Вот такой вот, смотрите, видите, холл здесь красивый. Место называется Вин Гранд Казино Катара. Находится в Черногории, в Которе. Да. Так что, вот подводя итоги, хочу вам сказать, ребят, играйте, да не заигрывайтесь. Потому что игровая зависимость не вылечивается. Поставили себе цель проиграть, там, 100 евро проиграли, отдохнули и ушли. А те, кто не умеет этого делать, ребят, лучше даже не начинайте. Так что что, вам огромный привет из Черногории. Всем добра, позитива. Спасибо за вопрос нашему подписчику Айзену Соске. Да? И огромный привет в Америку Алексею Чижу Нью-Йорку. Вот, так что всем добра и позитива. С вами был Сергей Симонов. До новых встреч. Чао, пока.